Всем привет! Сегодня мы идем на подработку. Вчера нашел одну подработку. Раньше я таким не занимался. Это вроде уборка квартир. Пока не знаю, что да как, поэтому сейчас доберемся и узнаем. Перед началом видео я бы хотел спросить у вас. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какое видео, на какую тему вы хотите увидеть. Да? Видео, связанное, может, с работой какой-нибудь, с Европой какие-нибудь, может, у вас есть вопросы, или же о визе какие-нибудь есть вопросы, поэтому спускайтесь и сначала напишите свой вопрос, чтобы я посмотрел, а потом уже и смотрите. Вспомнил, что у меня почасовая оплата и что мне платят за время, проведенное за уборкой. Так что я не стал торопиться. Так вот. В общем, я вышел, время 3:20, получилось 3,5 часа. Как видели, нужно было просто убрать квартиру, квартира, студия, убрал кухню, там ванну и все.
Дело в том, что у чувака сломана рука, короче, он не может сам упираться, поэтому ему нужен был человек, который сможет это сделать. Договаривались, что в час 150 крон, поэтому я не торопился, мягко говоря, да, спокойно делал все, и получилось 3,5 часа. Заплатить должен был где-то 550, например, крон, а он заплатил 800 крон, то есть это офигенно, да? 800 крон — это, я не знаю, 8 часов на стройке работать — это 800 крон. А тут за 3,5 часа, за нетяжелую работу, заработал 800 крон. И это круто. И я хочу... 800 крон — это, кстати, 2400 рублей. Да, за эти деньги можно в Чехии, например, я могу, по крайней мере, питаться, ну, 10 или 2 недели, например, могу питаться, покупая продукты, готовя и дома, то есть готовить и все. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите лайки. Всем счастливо.